Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкноты достоинством 500 миллионов динаров Народного банка Югославии образца 1993 года. Югославский динар – это денежная единица бывшего европейского государства Югославии, которая существовала с 1918 по 2006 год и состояла из республик Сербии, Словении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и Черногории. В 1991 году 4 из 6 республик – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония – провозгласили независимость и начали выпускать собственные валюты, в результате чего у динара убрали 6 нулей. Однако гиперинфляция продолжила расти, и 1 октября 1993 года у валюты убрали еще 6 нулей. А повышение курса не помогло остановить гиперинфляцию, в результате чего была выпущена и данная банкнота большого номинала 500 миллионов динаров. И уже спустя 3 месяца, 1 января 1994 года, состоялось новое повышение из расчета миллиард к одному. Тем не менее, гиперинфляция достигла своего пика, и по прошествии всего месяца в обращение ввели новую валютную единицу, новый динар, привязанный к немецкой марке. Он был также известен как супердинар и стоил миллиард старых динаров. Последний раз банкноты Югославии были выпущены в 2002 году, а в 2006 году Черногория выходит из Союза, и Югославия перестает существовать. Мы видим на аверсе данной банкноты изображен портрет сербского геолога, географа и этнографа Йована Цвиича, годы жизни 1865-1927. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной стороны, с реверсной. Что изображено с реверсной стороны? Вот так вот выглядит банкнота с реверсной стороны. Мы видим, на реверсе изображено здание университета, а также номинал 500 миллионов динаров, ну и год выпуска 1993. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивании. Какие у банкноты водяные знаки. Вот так выглядит банкнота на просвечивание. Видим водяной знак в виде геометрического рисунка по всей площади банкноты из пересекающихся линий. Вот такая вот у нас сегодня в обзоре банкнота была. Напомню, это банкнота достоинством 500 миллионов динаров Народного банка Югославии образца 1993 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!